Старая какая вообще. В смысле, которую вы снимали уже? Ну, я не помню сейчас. Так, робот. Да. Сам уж снимали маски. Ну, типа маски вот попробовал. Час проб. Давай пробно снимем час. А, так это он еще даже не вышел. Это такая заставка перед выходом. Блин, вот самое убогое, я, конечно, очень редко когда довольна клипами его или этот, ну, тоже выход на сцену. Я знаю, что сейчас многим делают гораздо круче. Типа там что-то, да что-то со стола или вообще какое-то нереальное начало. Вот. Нет, может, у меня нет смысла что-то преувеличивать до выхода. Нет, дело в том, что не преувеличивать, я не прошу их преувеличивать. И этот слишком большой контраст. То есть можно было вообще тогда ничего не делать. Ну да, я просто сцену поставить. Или вот так вот начать уже изначально, без вот этого вот заставки первой. Можно погромче первый раз слышу, когда он рэп зачитывает.
что касается этого трэпа, я хотел сказать, просто не стал это вставлять во время прослушивания. Его такой образ, ему не очень подходит, когда он читает рэп. Да? Хоть, не, я имею в виду, может, он красиво читает, но это выглядит не так, ну, для меня интересно. Вот, еще здесь написано, что это в Москве, а почему-то режиссер показывал азиатов? Всех зрителей азиатской внешности, ну, скорее всего, из Китая. Я вот наоборот хотела сказать о том, что, ну, конечно, я не отрицаю тот факт, что у меня немножко, как сказать, в хорошем смысле предвзятые отношения со всем, что связано с Димашем, потому что артист очень, как сказать, удивительный. И мне кажется, что ему любой жанр очень сильно подходит. И на самом деле, вот когда он зачитывал, я подумала о том, что, блин, он прям на вот посерьезке, прям процентов на 100, ну, в моих глазах, по крайней мере, он мог бы стать, ну, там, рэпером свободно. Вот, но это, наверное, скорее всего, из-за того, что многогранный очень артист. И ему, в принципе, все жанры в моем, ну, с моей точки зрения, ему все жанры подходят. А больше всего мне вот понравилось, ну, несмотря на то, что опенинг был какой-то очень странный, я не знаю, понимаете, как хотите, но очень был странный, то есть где-то что-то вообще непонятное. На многих концертах была, такое вижу вообще впервые, но вот задний фон, касаемо вот исполнения вот этой песни, был норм. Очень мне понравилась группа танцоров. Очень много людей, но все они излучают какое-то счастье. Конечно, нельзя не учитывать тот факт, что они выступают с каким артистом. Вообще, наверное, многие бы захотели побывать в группе, выступающих на сцене с Димашем. Но видно было, что они прям кайфуют от этой песни, от этой музыки. И да, и азиатов очень много. Мне кажется, многие азиаты, многие китайцы, ну, в частности, потому что мы знаем, что очень много китайцев любят Димаша, они, мне кажется, вот прям гастролируют за ним. Ну да, приезжают везде, где он выступает, наверное.